Домашний пилинг – это простое и доступное средство. Прежде всего, он подходит для жирной кожи. Хочу отметить, что его можно делать всего один раз в неделю. Если кожа комбинированная, такой пилинг лучше делать пореже. И, конечно же, следить за реакцией. Делать пилинг очень легко. Я растираю 4 таблетки аспирина, затем смешиваю с пол чайной ложки меда и добавляю немного воды. Мед великолепно удерживает влагу, не дает маске раньше времени засохнуть. Лицо я предварительно очищаю, наношу на лицо маску, оставляю на 4-5 минут. Затем делаю массаж по массажным линиям и оставляю еще на 5 минут. Если лицо заметно пощипывает, то быстренько смываю, но такое бывает очень редко. В целом время воздействия не должно превышать 15 минут. После применения пилинг-маски хорошо смываю ее тепленькой водой. А теперь о результате. После такого домашнего пилинга рельеф кожи выравнивается, кожа великолепно очищается, а пигментные пятна осветляются. Лучшее время для проведения подобных процедур – вечер, так как выходить после них на улицу не следует. Всем советую такой домашний пилинг. Он не только доступен, но и очень действенный. Все советы, которые я вам даю, испытаны на мне. Какие-то рецепты у меня в любимых и испытаны годами, какие-то просто хорошие. Всем спасибо за просмотр и поддержку. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забывайте поделиться этим простым рецептом со своими друзьями. Всем пока, до новых встреч!